Ми приїхали на звернення, яке я написала, муж мене написав. Я написала, муж мене написав, понятно. Муж уповноважена особа. Він написав ультимативне письмо Сильвестрову, директору, що якщо через 2 недели він не надасть нам технічну документацію на дом і проєкт договору типового для заключення з ними договору, то ініціативна група буде збирати зібрання і думати, як выбирать кого-то другого, раз они не заинтересованы. Реагировать на данное... Да, то есть, а как? Мы в воздухе, мы не заключили договор, мы провели уже почти полгода, как прошло, как мы провели собрание с властью по 417 закону, по 10-й статье. Люди не заинтересованы типовый договор нам хотя бы разработать. А он знает, что вы придете к нему? Но если я написала звернення через эту приемную, его в такое время, да, чтобы он не был на обеде, да. Там или где-то. Да, в приемные дни его нема. В приемные дни я не знала на тот момент, когда у него приемные дни. Но когда я узнала, когда у него приемные дни, и мы в своем районе пришли к нему на приемные дни, он, извините, не посчитал нужным с людьми общаться. Все общения с людьми, которые приходят к пану Сильвестрову, выполняют роль начальника участка. Я була і начальник участка був, і головний інженер був, але його ніколи, кажу, як чоловік-невидимка. А він хто, директор чи хто він такий? Так, директор Сильвестров. Я приходила, кажу, що це саме. Не публічна лічність, виходить. Так, і в прошлому году приходила, і в цьому году приходила, кажу, це тяжело. Його нема, вмісто нього, а він чоловік-невидимка. 3 года кришу ніяк не доделать, уже воно пішло текти далі. А по інстанції спочатку ЖЭК, а потім туди ви ще обращались, як так, тому що через голову. Что через голову? Пока через голову не обращались. Мы лазили с начальником производственного отдела на крышу, смотрели, считали, сколько надо доделать. Они же не доделали. То есть они делали, и там 3 квартиры частично не доделали. И подъезд 4-й, именно площадку. И все уже на подъезд потекла вода. Были дожди, и плюс последнюю квартиру они ее покрыли, но края не засмолили. И скоро эти края поотстают, и будет все в квартире. Кто будет это все возмущать? Начальник подал ему, он нам в сентябре, и он ничего там не подписал, я так поняла. 2 года назад заявку зробили, там 45-та квартира, да, у нас? Вони не докончили 45-ту квартиру, їх забрали срочно, садики і школи, сказали, сентябрь місяць. Все, так за 2 года вже можна доделать. Ну, 2 года, я ж кажу, повторно писали заявлення. Це ми писали в цьому году, в 7-м місяці, повторно вже написали. То же саме. На прийом прийдеш, його немає. Ілі начальник участка Балкова, ілі головний інженер, а його ніколи немає. Я тільки практично. Я представляю інтереси мужа. Оля теж уповноважена, вона, якщо треба буде, це саме. Офіційна підпис, у неї паспорт совміщений. Ось все смотри. Ви свідки, ми напишемо акт або не надання, або надання. Ми третя сторона. Будь-який акт заставляється в присутствии третьої сторони. Тобто сторона одна, втора, і ми... Ось це я їм написала. Згідно того, що я уповноважена особа, там усе. Тому повідомляю вас, що усе читаєш. Я зрозумів. Трата там мені або іншим уповноваженим особам. Ну, тобто, Оля може так. Так, отримую наручно. Вже? Відповіді нема досить. Ну, 3-10, ну, как бы, скажем, еще рано, там, почти месяц, там они 15 дней выдерживают, ну, плюс еще 15 дней. Потом... Ну, мы послушаем, что у нас сейчас. Ну, послушаем. Вторая очередь, да? Сначала. Почекаем. Очередь, там еще мужчина. Мы с ним разговаривали, и он нам... Мы не разговаривали, мы написали официально заяву. К начальнику участка. Назначите зустріч. Давайте це, щоб розбирати. Він невловимий, чоловік-невидимка. В приемной же тоже его не было день, я так понимаю. Мы писали заявление на вашего директора. Вот, это наш экземпляр. Посмотрите. Кандышева 17. Назначали ему встречу на сегодня. Это было 2 недели назад. Кандышева, я приезжаю 17. Да, я знаю. Но... мы на Доманский приехали. Ну, ничего страшного. В его приемный день мы приходили на Сёрса, его тоже не было. Я записала, я передам Машину вашу заявку. Да, да, слесарь придет. А ты Джулеру можно тогда вместо них? Сейчас. Приемная уже. Сейчас она там. Девочка, я понимаю, он в отпуске 2 недели. Он на сессию уехал в институт, его нету. Почему не предупредили заранее? Письмо было отправлено, значит, едьте туда на 17, там, где должен быть. Причем 17? Ну а куда? Вы приехали на Доманский. Я понимаю, мы приехали на назначенную встречу, пригласили депутата. Сегодня сюда. Если для него депутаты это не люди, и люди это главный инженер. А сюда была назначена встреча или там? Мы назначили ему встречу, где нам удобно. Мы заказчики послуг. Так а он что, и на 17-м сидит? На каждом участке у него есть приемная и приймальные дни. Так он один. А, то есть он разные дни на разных участках. Но в день, когда он у нас в четверг принимает, мы к нему пришли, его не было. Мы пришли без 29, а он с 9. А его уже нету. Он был и уехал. Когда он успел прийти и уехать? Мне понятно, он даже не появлялся. Понятно. Он даже не появлялся. Мне все равно, хоть здесь не встретиться, хоть там на участке. Так, а что там встречу не назначили? Потому что я под депутата подстраивалась. Депутат занятый человек. У него есть свои службовые обовязки. Понятно. Встречайте либо завтра, у него здесь будет. У вас есть инженер? Да, Анжелика Михайловна. Можно ее? 95-63-43. Но она в вашем помещении? Нет, она замечена. У нее сегодня приема нет, прием в среду. То есть на заявление на наше никак не отреагировали. То есть зарегистрировано, ответ будет. Я понимаю, что ответ будет. Месяц ждать ответа? Да. Что-то срочное нет, у меня нету сейчас. Нормальная работа. Можете что-то сказать? Вижу, хорошо. Мне говорят, что там Ленина. Человек не ленивка. Они сказали, что секретарь говорит, что он сейчас в отпуске, у него там сессия, там учится, там это самое. А как вы договаривались, если он в отпуске? Мы написали письмо, дали 2 недели, у него есть замы, там... Видите, регистрация стоит не наша, ленинская. Я не знаю, чем занимается Ленина и что они вам... Вы одна организация или несколько вас? Я не общаюсь вообще. У нас свой участок есть. Вот, по нашему участку одни вопросы, пожалуйста. Нет, адрес указан. С какого времени в отпуске? Можно сказать? Адрес крайнего офиса, я понимаю, но это их участок Ленина. Это... Да. Нет, підождіть, ви сказали в отпуске. Да. З якого числа? Ми не можемо знати навіть, з якого числа в отпуске. З прошлого понедельника. Да, Уют, слушаю. З прошлого понедельника, ви чули? Ніхто нікому нічого не сообщає. На прийоми не являється, на встречі не являється. Хорошо. Зачем нам такой уют? По заявлению, опять же, 2 недели прошло. Есть 5-дневный срок, есть 10-дневный срок. 10 до 30 дней срок. Я понимаю. Согласно какому постановлению или закону? 10 до 30 дней, вы приехали на Доманский, едьте на Ленина, это ленинский участок. Я вам мы же там были на Ленина, его так само немає. Человек невидимка. Вы обязаны дать ответ в течение... Я не достану из-под шкафа. В течение 10 дней. Если у вас есть какая-то там проблема там, с подготовкой документации... Едьте за ответом на Ленина, ребята. Ну серьезно, его здесь нет. Нет, едьте на центральную. Он в отпуске 2 недели. Когда приедем, они скажут, вы где написали забрать ответ? На ответ. Они мне его отдали. Они, дата назначена встречи через 2 недели. Я приехала, и его нету, а ответ мне придет еще через 2 недели, что его не будет. Но она говорит, что, видишь, целый месяц. Вообще это не по закону. Если у них есть какая-то задержка, они могут отсрочить на 20 дней, но они тебе должны в течение 10 дней уведомить, что у них там в связи с подготовкой много там документов и так далее. Тогда они еще на 20 дней отсрачивают. А так... Он был не должен вообще вам рассказать. Она вообще не придерживается. Там мужчина сидит. Мы не будем уже ничего с вами переписывать. Ты уже нам не надо, мы уже поняли, что... Типовый дом, чтобы нам надо. Какой типовый дом? Мы провели сборы с невластными, подали протокол. И вместе с протоколом заявление подали, чтобы нам надали типовый договор, чтобы мы его рассмотрели на собрании дома, утвердили... Кандышева 17, утвердили и заключили с вами договор. Мы вас выбрали, но ты помнишь... Вы сами сдавали в горисполком, правильно? В горисполком мы сдавали, и в июле сдавали. Обращался же ваш старший дома, вам давали ответ. Какой ответ? По поводу чего? По поводу договора. Вам не доставляли ответ. Ну как, не давали, если сама лично писала этот ответ. Это происходило еще летом. А кто должен был дать ответ этот? Кто должен был дать? Ну, я помню, мужчина обращался. По-моему, старший дом у нас мужчина. Не, ну мы же на том участке. Я понимаю, я тоже юрист того участка. И этого, и того. Поэтому я знаю, что там была звершение от мужчины, просто... да. Там была, Анатолий Николаевич звершение. По-моему, да, он. Но ответа не было. Ну как не было? Я лично писала ему ответ. Да, но не было ни в почтовом ящике, ни в телефонном режиме, никто не звонил. Нет, я в письменном виде давала. Не было. Ящик ответ. Так обратитесь к секретарю, почему не получил он ответ? Чего 18-го приехали на такой же участок? Потому что, поймите, я пригласила, ну, я от его лица пригласила, я за него делаю документы, он подписывает, проверяет все это. Пригласила депутатов. Депутаты привязаны к своей работе. Они хотят же подписать договор, чтобы... Мы хотим, чтобы нам... Да. Я не спорю, я им письменно дала разъяснение о том, что наше государство... доблестно, еще не придумала это. Да. Это не оправдание, потому что мы есть... пока не работаем по закону номер 417, потому что у нас не внесены изменения в закон Украины про жилово-коммунальные послуги. И на сегодняшний день мы работаем по этим законодательным актам. Все, которые существовали на сегодня, ну, изменения договор. Пока у нас договор как был со споживачами, такой у нас не изменилось. После собрания совладельцев у нас уже другие должны быть отношения. Я понимаю, что у вас должны быть отношения после изменения в законодательную базу Украины, которые не произошли на сегодняшний день. Кабинет министров на запад города Житомир ответил, да, что так как мы еще недоразработали и не утвердили, и не скоро утвердим, вы имеете право заключать договор с компанией, управляющей на основании старого, только вносить там коррективы, какие вам... Дело в том, что закон номер 417 предполагает такой договор на управление и на обслуживание этим домом, понимаете? Тот закон, который про жилово-коммунальные послуги, в него не внесли изменений, и остается договор просто со споживачем на обслуживание. Так у нас, мы же вас не просим на весь дом, у нас же не ОСББ. У нас конкретно... По 417-му закону у нас должен один быть договор. Нет, как? Один нет. Договор с каждым споживачем. Нет. По закону номер 417 вы по протоколу выбрали старшего дома, который представляет ваши интересы. Он должен заключить тот договор, да, который должен придумать наше государство, да, и в течение 10 дней тот типовый договор. Он не соответствует, потому что тот типовый договор, который есть на сегодняшний день, он только на обслуживание. А с вами надо заключить договор, который будет на управление и на обслуживание. Мы не имеем права, мы не законодательный орган, чтобы с вами был законодательный орган. Вы надаете нам послуги. Мы с вами согласовываем. Мы работаем с вами сейчас на всех тех законах, по всем законам и решениям, которые существовали на сегодняшний день. Как работают новые компании, которые будут... А я не знаю, какие. Они заключают компании. Ну вот у Казаченко, допустим, компания «Дом Сервис», по-моему, она писала на мужчин, писала. Я знаю, что у нас заключился один, по-моему. Я знаю, каким образом они работают, честно. При большом желании я бы заключила с вами совсем добра, я не знаю, что вам рассказывать, как объяснять. Потому что у нас никто не изменил 869-й план восстановления, который рассчитывает тариф. У нас ни изменения не внесены жилово-коммунальные послуги в закон. И у нас никто не отменял решение 414 горисполкома. Мы как с ними работали, так и работаем. На тарифной системе. Все. Можно еще вопрос? Уточнить. Вы сказали, там вы написали ответ еще летом. Ну да, я просто... Это надо в приемную обратиться 17. Это приемная 17. А как вы могли написать этот ответ, если мы вот только 3 октября написали запрос? Я знаю, что по Карлышева кто-то обратился... Ну, по-моему, не Бурлаков, фамилия, честно вам не помню. Ну, с Карлышева обращались, когда люди сами сдавали в райисполком. Да. И получается, мною было расписано, потому что по закону нам никто не сдал протокол. Вы договора заключали со своими домами, которые управление взяли? Мы предоставляли вашему юристу, я же говорю, и мы, когда У меня там есть ответ. Да, да. Возможно, перепутала дома. Есть у меня доклады, надо искать ответ. Просто мы хотим ответ получить сегодня, а письмо именно по этой, вместе с протоколом. Сопроводительное письмо было заявление, что мы вам даем протокол на хранение. В свою очередь мы вас просим на даты нам макет, проекты по договору. Это было очень-очень давно, уже почти полгода прошло, и мы ждем. И ответа нам не придали. И в ответа нам не было. Потом после этого мы написали вот это ультимативное письмо. Если, то есть, ну, как готовы, бы, то, если вы не заинтересованы, ну что нам делать? Я просто за то, что мы заинтересованы. Ну так надо как-то. Ну не можем мы перепрыгнуть через себя. Но мы не имеем права. Кто другие? Ну другие частные компании. Ну какие частные компании? Ну сейчас как работали, так и работают те компании, которые и были. Понимаете? Вот сейчас у нас просто есть такая ситуация на 17, я не помню, то ли ГРЦСА 10, то ли ГРЦСА 1. Дом, который тоже выбрали частную компанию, но при этом они не могут никак. Они дали им какой-то договор. Когда мы говорим, пожалуйста, УБЖП должно с нами расторгнуть до полгода и занимайтесь, они не могут ничего сделать. Поэтому как мы занимались, так и делаем. Нету этого сейчас. ГРЦСА 10 не такая ситуация. Или ГРЦСА 10, или ГРЦСА 10. Так, а та частная компания, вы звонили, что у них сейчас узнают, хорошо. Я вам сейчас могу единственное сказать, едьте на Щорса, поднимайте то, что вы обращались в первый раз, и вам должны были дать ответ. Ну, юриста там сейчас нет, это я знаю 100%, он уехал. Саша, да. Он уезжал, когда я туда утром приходила, он ехал в республику. Куда-то он уезжал. Ну, понедельник, четверг приходите. Как и в прошлый раз. В пятницу буду я, как всегда, никого. Давайте в пятницу я буду там. Четверг я была в прошлый, там и он там был, я не знаю, какой в прошлый раз пришли. Нет, ну мы там были в прошлый раз, а вот Сильвестрова вашего не было. Вы хоть знаете его в лицо? Я знаю. Я лично не знаю. Я все не знаю. Человек-невидимка. Приемная неделя. Мало было, человек 50, наверное, на приеме. Мы приходили в четверг к нему на Щорса, его не было. Прошлой неделе его не было. Позапрошлая была, на прошлой не было. Понимаете, это все... Ну, я не отвечаю за это. Давайте по поводу этого вопроса, давайте выясним приемную. Давайте в пятницу подходите, я буду. Выясним, когда вы обращались, регистрировались, и почему мы дали вам ответ, то значит. Просто вы же понимаете, что здесь сроки 2 недели. Я вот приехала, назначила ему. Ну, в смысле, вы Бурлак назначил. Да, я же его жена, я просто выполняю функции, знаете как. Я в декрете, а он на работе. Я выполняю функции его. Бумаги отнесу, заявление. Я понимаю, вы назначили. А как вы можете назначить директора? Потому что мы заказчики услуг. Я понимаю, у него есть отпуск, есть больничный. Так меня должны были поведомить, если так. В любом случае, даже телефон указан. Позвоните, сказали. То есть вы пошли на один участок и назначили встречу на другой. Есть центральный офис. Почему вы там не назначили? Потому что депутаты. Есть еще... Ну, удобно. Заказчику удобно. Вы обслуживаете, вы выполняете определенные услуги. Хорошо, вы назначили, а он сегодня ушел на... Ну, почему не уведомил? Почему не было ответа в течение 10 дней, согласно сроков закона? Правила звернения. Давайте, по звернению в пятницу, я за назначение встречи, я не отвечаю, к сожалению, или к счастью. Давайте в пятницу, я буду на 17-м, тогда поднимем эту всю переписку. Сейчас было 5 минут. 5 минут. А такой вопрос, директор Уюта, это Сильвестров? Да. Почему тут написано директор Уюта Хворост? Зачем вы все задаете эти вопросы? Задайте директору. Директор Уюта Хворост. Когда вы тогда обращались? Я сомневаюсь. Ну вы же видите, они смеются, они обслуживающая компания, они смеются на то, что они что-то кому-то должны. То есть им плевать абсолютно. Ответа не дали и, соответственно, просто смеются в лицо. Люди не привыкли, что на паритетных началах договор заключается. Как бы это две равные стороны, скажем. Да, они ведут себя как с рабами. То есть, что хотят, то и делают. Вот у нас приемные дни, мы имеем право не являться в приемные дни. А если вы нам какое-то письмо пишете, мы можем законно в течение 10 дней не отвечать. То есть как, что хотят, то и делают. Потому что монополия, что хочу, то и врачу. Вы для нас никто, вы для нас грязь под ногами. Вот именно, что проблема. Монополия потихоньку разрушается. Монополия вот это и говорит, что хочу, вы для нас грязь под ногами, что хочу, то и врачу. Все. То есть тарифи тут що висять, тут тарифи на послуги, утримання, бла-бла-бла, и подписаны совсем не тем директором, который на данный момент директор. Они не являются действительными. То есть вот это вот Филькина грамота вообще. Да. Я считаю хворост, я люблю хворост, там для Сильвестров, да, я суть спросил. Что с нами директор вспомнил? Только что я пообщался с директором управляющей компании Александром Казаченко. Это частная компания, да? Это частная компания, да, они взяли под управление 10 домов. Значит, он немножко разъяснил, каким образом происходит процесс. Когда вы подали заявление в протокол в горисполком, там вы указали компанию, которую вы выбираете. После этого компания обязана заключить с вами договор. То есть обязана заключить. Когда у вас этот договор есть, вы обращаетесь уже в ту компанию, где вы были, и на основании этого договора расторгается договор, который был в этой компании, и вам передается пакет документов, паспорт дома и так далее. Так весь вопрос в договоре, что нет его договора. Договор составляется абсолютно не надо ничего. Любой, да? То есть да. Как договорились, да, договор. Да, да. Ну, тогда в чем тогда проблема, скажите, если договор может быть любой? Ну, то есть вы как поставщики услуги заключаете договор с теми, кто приобретает эти услуги, то есть не надо типичная форма. Максимальная проблема это в том, что мы сейчас работаем по тарифной системе, которая утверждена горисполкома. Тот договор, который, как бы предполагается, 417, он должна как по сметной системе, то есть люди должны выбирать, которые услуги им необходимы в первую очередь, и их цену оговаривать должны. Но я же так понимаю, вы можете сами это согласовать с заказчиком и сделать все, что удобно вам и им, то есть к какому-то консенсусу прийти. У нас не внесены изменения и не отменены эти решения и все прочее, понимаете, в этом проблема. Ну как-то ж частная компания обслуживает? Я не очень уверена в законности этого. Ясненько. Ну, странно, короче, у нас, как обычно. Но они обслуживают, уже все нормально, предоставляют услуги? А в новоком они внеслись, то есть платежи уже люди платят, ну, то есть полностью отношения начаты. Ну, странно, короче. А что такое УКВМ? Управление благоустройствовой политики и коммунальный мандал. И что это дает? Ну как у нас заключено на обслуживание этих домов. Это была строительная компания, они просто вот сейчас немножко перепрофилируются, они сейчас взяли управление дома и занимаются. То есть абсолютно создали договор с нуля. Ну надо по закону ориентироваться. Я не юрист, поэтому я не знаю. Ну не может быть двух толкований. То есть или можно работать, или не можно. Я склонен к тому, что можно. Я не знаю, я тоже не юрист, но я считаю, что если кабинет министров ответил, что делайте. Ну если да, значит на свое усмотрение. Не нравится, а вот ваша відповідь, и теперь типа пеняйте на себя. Мы сделали все, что вы нам дозволили. Ни больше, ни меньше. Потому что мы заинтересованы работать. Если, извините, у меня большинство дома за, за ваше предприятие имеют, то ну, я там не дам. Ну, в принципе, не оказывается с вами. Если, да, но значит мы должны как-то коммуницировать. Если договора не будет, просто-напросто вы имеете право сейчас пойти. Мы можем просто в любую компанию, деньги, правильно, и заключить в любую компанию обратиться, заключить договор с ними и прийти с договором готовым уже и потребовать паспорт дома на выдачу и все. Вот таким вот образом. Ну вот предлагаю обратиться к тем, кто уже работает. Пусть они объясняют, чтобы посмотреть хотя бы, что это за договор и как они уже работают. Можем поехать на место, посмотреть с этим домом, пообщаться. То есть посмотреть, проплачивали они, предоставлялись ли услуги. То есть ну как-то надо же решать этот вопрос. Как они оплачивают, да, как им насчитывается. Не, ну если у них есть договор, то они договор предоставляют новаком, там платят там сколько там 2–3%. Это посредник. Я понимаю. Не, ну я имею в виду, что официально. Если у вас официальный договор есть, вы можете как бы работать как угодно. Работать, это просто прокладка, которая проектирует просто-напросто и все. Мы можем напрямую Приват-24, пожалуйста, у тебя счет есть, платишь без сети. А, то есть можно напрямую просто проплачивать. Ясно, хорошо. День добрый. Мы были в Уюте, и вот узнали, нам говорят, не могут заключить договор с жильцами, которые изъявили желание их как компанию управляющую взять, так как ссылаются, что закон еще, скажем так, 417 не до конца сделан, то есть нет типичного договора. Как вы заключаете, вот какая вы компания, я так понимаю, частная, да, компания, управитель, как вы заключаете с домами договора? У нас управляющая компания «Наш дом». Мы, значит, по этому поводу делали запрос в Министерство регионального будівництва, где были спросили, какие договора нужно заключать, нужно ли привязываться к типовым договорам. Ответный регион дал простой. К типовым договорам привязываться не нужно. Договор между домами, которые выбрали управителя через загальные сборы, может быть заключен в довильной форме. За исключением того, что должен этот договор придерживаться норм хозяйственного права и гражданского права, не сужать права потребителей. Нормы типового договора, они нужны только в том случае, если этот управитель был назначен городом этому дому. То есть, если назначен по конкурсу город, то там используется типовой договор, который будет затверджен Минрегионом. В других случаях дома вправе свободно регулировать этот договор, он может быть любой, по факту. Получается, уют готовится к тому, что его назначит договор. То есть, что договор им будет нужен для того, что их назначит город для управления. Я думаю, есть два варианта. Первый вариант — это немножко ввести людей в заблуждение, скорее всего, чтобы привязаться к типовому, как его значимость. И, думаю, может быть, будет утверждение того, что его нельзя поменять, этот типовой договор. Второй вариант — это, да, так как люди некоторые позаполняли протоколы, которые являются, скажем так, немножко недействительными, некоторые из них не приняты вообще на хранение, их нет, то такие дома будут назначены через город, будет стороной в договоре город и управляющая компания, и договор будет типовой. Вкратце отличие, вот, допустим, уюта, как говорят, монопольной структуры, да, такой, ну, почти монопольной или полностью, да, монопольной, назначенной, и которую, возможно, по конкурсу назначат, и частной управляющей компании. Вот с вашей точки зрения, какая разница для дома? Уют — это частная управляющая компания. Такая же, как и частная управляющая компания, это управляющая компания «Наш дом». Между нами по форме управления, по форме юридической, скажем так, нет никакой разницы. У них то общество с ограниченной ответственностью «Уют» 2011, у нас общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Наш дом». Но это юридически, если подходить к этому вопросу, да. Но вот жильцы воспринимают это как просто унаследовали права ЖЭКа, это их воспринимают как ЖЭК. Ну, скажем так. Название старое просто. Они привыкли, что их обслуживает жилищно-эксплуатационная организация. Как бы. Ничего больше. С ЖЭКами никакой связи уюта нет. Это частная фирма, которая была организована. Просто, да, туда перевели всех работников ЖЭКовских, тех же самых ЖЭКов, которые обслуживали Терновской район, Жовтневый, Дзержинский, без разницы. Скажем так. Может, из-за этого у людей какая-то ассоциация осталась, все, что это ЖЭК. ЖЭКов, к сожалению, больше нет. Есть, их ликвидируют, они в состоянии ликвидации. А скажите, пожалуйста, как вот дому, допустим, выбрать компанию? По каким бы критериям вы выбирали компанию управляющую? Ну, для своего дома, допустим, как жилец. Скажем так, на что обращать внимание? Вот самые такие первичные. Нужно определиться с тарифом, который у вас будет. Нужно определиться с вознаграждением управителя, которое оно будет. Это должно оглашаться на собраниях співвласників. Нужно, вообще нужно выбирать организацию, которая изначально готова вести диалог с потребителем, а не, скажем так, продавливать только свои исключительно выгодные условия. А также это, конечно же, хватит наступать, я считаю, на грабли второй раз и надеяться, что что-то изменится, скажем так. Я считаю, что нужно что-то менять, что-то пробовать. Нельзя так, понимаете? То есть меня удивляют некоторые люди, которые приходишь на собрание, они говорят, например, что да, мы жалуемся, нам не нравится, Тем не менее, люди ничего не хотят менять. Менять нужно, нужно что-то менять, нужно что-то пробовать. То есть надо заключать договор с одной компанией, смотреть на условия, конечно, потом с другой сравнивать, я так пробовать, понимаю, да? Только так. Если, скажем так, другие какие еще критерии? Да, действительно, чтобы это был какой-то там персонал, хотя бы какой-то минимальный, чтобы было понимание, потому что управлять домом, это должны быть технические работники, которые понимают, как им управлять домом. Дом — это, скажем так, не просто, скажем так, стены, все, есть коммуникации в нем, которые нужно обслуживать, нужно понимать, как их обслуживать еще грамотно, понимаете. Поэтому, конечно, это очень ответственный такой момент, и нужно к нему подойти очень серьезно, потому что от этого зависит дальнейшие, скажем так, условия обитания в вашем доме, куда будут идти ваши деньги, как дом будут обслуживать. Это очень серьезный вопрос. По компании, вот по вашей, вы уже обслуживаете дома, насколько я понимаю? Есть, да, у вас уже первые платежи, то есть первые дома, которые вы обслуживаете? Первых платежей еще нет, они будут, эти платежи произведены в ноябре месяце, то есть весь октябрь мы уже обслуживаем дома. Это 8 домов, которые нас выбрали через загальные сборы співвласників. Эти дома смогли заключить договора с нами, предварительно согласовав их условия. Согласование происходило буквально за один день, можно сказать, за 3, за 2 дня, не больше. Люди предлагали условия, если мы видели, что они правильно, эти условия, что они нацелены на увеличение прав потребителя, мы на это, в принципе, соглашаемся и идем. Хорошо, благодарю вас.